тоже было невозможно было пройти, приходилось вокруг обходить. Как бы да, был небольшой дискомфорт, конечно. Сегодня получше. Но опять же, я смотря какой дождь, если большой, опять все затопит. То есть опять невозможно будет пройти. Проблема, она немножко недавно у нас, как говорится, появилась. Проект составлялся еще в 11-12 года. Полноценно, возможно, была не сделана геологическая работа. Возможно, где-то оказались слабые грунты, которые вот в газонной части, где не под асфальтом, в результате намокания дали просадку. Сейчас разработано проектное решение нашим институтом. Материалы закуплены, завозятся на объект. В ближайшие дни мы приступим к работам и сделаем дополнительную систему водоотвода, существующую сеть ливневой канализации. И, надеюсь, это решение позволит обеспечить, чтобы тротуар был всегда сухой и вода там не скапливалась.